Всем привет, друзья! Сегодня важное сообщение, грустное. Вчера я узнала, что 6.07.21 года умер замечательный человек, Костоправ. Просто я не нахожу слов, как мне это все больно и жалко. Вот эта ситуация такая. Умер Юрий Репин. Я наблюдалась в его клинике, принималась уже 3 раза. Цель его лечения – исправить людям позвоночник, поправить травмы. Если есть грыжи, протрузии, смещение позвонков, сколиозы, кифозы, все вот эти вот болезни позвоночника лечит он ударной техникой. У него очень много учеников, которым я непосредственно принималась у них. Это Сан Чирхан, Алексей Саксин. Это те, у которых я принималась. И еще много есть тех, которые... 2 клиники у него в Москве. Одна на Арбате, другая в Люблино. Я принималась на Арбате. У меня была очень сложная ситуация. После травмы в машине у меня, как они говорят, повернулся крестец. И я... лечилась 1.5 года и прошла много-много всего. Это начиная от зарядки, заканчивая этими блокадами, обезболивающими, остеопаты, мануалисты. Никто мне не помог. И тут я 1.5 года смотрела его видео в интернете, в Ютубе, у него свой канал Юрий Репин. И 1.5 года я смотрела, как людям облегчают жизнь, как восстанавливают их к жизни, как приходят они на костылях и уходят на своих ногах. Я решилась, поехала. И, в общем-то, июнь и июль, вот эти 2 месяца, я принялась с интервалом 3 недели, 3 раза. Сейчас я после процедуры, процедура у меня была 28 июня, прошла только неделя, еще остались шишки, ушибы, синяки на позвоночнике. Но мне становится легче, и я собиралась именно к Юрию. Я хотела, чтобы он посмотрел всю мою ситуацию, оценил. В общем-то, он и всегда говорил, что 1-2-3 сеансов мало, если вы сильно в запущенном состоянии или есть какая-то очень застарелая травма. Вот как раз это я. И я прекрасно понимаю, что ни 2, ни 3 сеанса, потому что кости двигают живьем, так сказать, без наркоза. Это больно, это очень больно, но это и стоит того. И вот вчера вечером хотела посмотреть ролик, зашла, и там вот такая вот заставка. Свеча горит. Умер Репин 6.07. Не представляете, как это было, как это принять. Такие люди сгорают, быстро уходят. Ну как же жаль, 58 лет. Ком в груди, в горле. Очень жаль, очень жаль. Мы будем помнить его. И дело его будет жить в его учениках.